медитация поможет тебе открыть твое сердце, и на эту энергию любви ты привлечешь счастливые отношения в свою жизнь. И не только. Новые люди, хорошие друзья, коллеги придут в твою жизнь после этой медитации. Откуда я это знаю? Я делаю медитации на повышение энергии и привлечение желаний с 2017 года и знаю, что эти практики работают. Меня зовут Алекса Оник, и я помогу тебе стать счастливой в отношениях с мужчиной, привлечь твои любые желания и начать жить той жизнью, которую ты так хочешь. Подписывайся на мой канал, новые видео и медитации здесь каждую неделю. Многие девушки не могут привлечь отношения, потому что их сердечный центр закрыт. Почему он закрыт? На это есть много разных причин. Эти причины разного характера, их, может быть, мы обсудим в других видео. Но сейчас я хочу вам дать инструмент, который поможет. Просто слушай эту медитацию 2 раза в день или чаще, и результат тебя очень порадует. Это работает для всех. Просто попробуй. Люди очень чувствуют энергию любви, исходящую от других людей. Очень важно жить с открытым сердцем, и тогда ты будешь привлекать нужных и важных людей в свою жизнь. Мужчин, полезных людей, друзей, подруг, и твои отношения с людьми кардинально улучшатся. Чтобы усилить действие этой медитации, я советую тебе скачать мой новый бесплатный гайд «Как любить любого мужчину». В этом гайде основы психологии мужчин и что нужно делать, чтобы зацепить его, чтобы он о тебе думал и скучал. Ему будет сносить крышу от желания быть с тобой. Он будет бегать за тобой и хотеть, чтобы ты стала его женщиной. Медитация и знания психологии мужчин – это бомба замедленного действия. Если начнешь это все применять, то отбоя от поклонников у тебя не будет. Скорее переходи по ссылке под этим видео и скачивай гайд. Чтобы медитация на открытие сердечного центра сработала, тебе нужно выполнять ее в особом состоянии. Это состояние называется состоянием безмыслия. На самом деле нужно остановить мысли и не думать, когда слушаешь медитацию. Нужно просто чувствовать то, о чем я говорю. И это совсем другой процесс, отличный от обычного мышления. Мало кто об этом говорит. Просто потому, что не каждый коуч понимает основы исполнения желаний. Чтобы исполнить желание, нужно остановить все мысли и четко чувствовать образ твоего желания. Это достаточно энергозатратный процесс, и это нормально. Нужно уметь сосредотачиваться на своем намерении. Итак, мы начинаем слушать эту волшебную медитацию. Обязательно отпишитесь, что вы почувствовали после нее. Сегодня мы отправимся в удивительное путешествие в самое сердце твоей души, чтобы раскрыть и пробудить энергию сердечной чакры, центра любви, сострадания и гармонии. Найди удобное место, сядь или приляг, закрой глаза. Дыши глубоко, постепенно погружаясь в свой внутренний мир. Почувствуй ритм своего дыхания, позволяя ему становиться медленным и глубоким. Отпусти все мысли о внешнем мире и сфокусируйся на моменте здесь и сейчас. Ты находишься в самом центре своего существа, в месте, где встречаются небо и земля, где сливаются твое физическое тело и твоя душа. Представь себе, что из твоего сердца излучается теплый свет, наполняя все твое существо любовью и светом. Позволь этому свету расти и распространяться по всему твоему телу. Почувствуй, как каждая клетка наполняется этой чистой, целительной энергией. Ты чувствуешь, как твое сердце становится центром, излучающим волны добра и любви.
Представь, как ты стоишь на берегу прекрасного озера, где вода символизирует энергию сердечной чакры. Представь себе, как ты вступаешь в эту теплую, исцеляющую воду. Она вливается в каждую клеточку твоего тела, смягчая и обнимая. Тебе очень приятно, и впервые за долгое время ты чувствуешь себя действительно комфортно. В этот момент ты осознаешь, что любовь — это ключ к раскрытию сердечной чакры. Люби себя такой, какая ты есть, со всеми своими красками и тенями. Позволь этой любви проникнуть в самые глубины твоего сердца, и ты почувствуешь, как сердечная чакра начнет раскрываться, словно цветок под ласковыми лучами солнца. В твоем воображении появляется изображение сердечной чакры в виде великолепного бутона твоего любимого цветка. Твоя задача — поливать этот цветок своей любовью и состраданием. Каждая капля, падающая на его лепестки, усиливает блеск этой энергии. Ты чувствуешь, как сердце откликается на твою любовь. Оно начинает раскрываться, словно бутон, освещаемый утренним солнцем. С каждым моментом чакра становится ярче, наполняя твое существо чистой, исцеляющей энергией. Ты находишься в этом прекрасном моменте гармонии, где твое сердце соединено с энергией Вселенной. Почувствуй, как эта любовь распространяется далеко за пределы твоего тела, создавая вокруг тебя ауру света и тепла. В этот момент ты осознаешь, что твоя открытая сердечная чакра становится магнитом для благополучия и новых возможностей. Твоя жизнь наполняется свежим вдохновением, новыми знакомствами, и ты готова принимать все блага, которые мир рад тебе предложить. Ты окружена аурой любви, а она становится твоим светящимся щитом, защищающим тебя от негативных воздействий. Твоя открытая сердечная чакра создает гармонию в твоих отношениях с окружающим миром. Ты становишься источником вдохновения для других. Твоя любовь распространяется, как кольца на воде, принося радость и свет. Позволь этой любви проникнуть в каждый аспект твоей жизни. Ты чувствуешь, как отношения становятся более гармоничными, как на твоем пути появляются новые возможности,
ты создатель своей реальности, и любовь – твой волшебный ключ. Теперь твое сердце – это центр, излучающий тепло и любовь. Визуализируй его, как яркий свет в центре твоей груди, мягко пульсирующий в ритме твоего дыхания. Теперь представь себе, что перед тобой дверь, ведущая к твоему внутреннему саду. Прямо сейчас открой эту дверь и войди в свой внутренний мир. Ты находишься в удивительном саду, полном красок и ароматов. Твое сердце начинает звучать в гармонии с природой вокруг. Ты чувствуешь, как любовь наполняет каждую клетку твоего тела. Представь, как из центра твоего сердца исходят лучи света, охватывая все вокруг. Эта светящаяся энергия разблокирует все твои потоки любви и сострадания. Ты осознаешь, что прошлые обиды и страхи уходят, как туман, перед лучами утреннего солнца. Ты готова принять любовь как чистый источник, питающий твою душу. Почувствуй, как сердце раскрывается еще шире, создавая мощный поток положительной энергии. Спокойно вдыхай и выдыхай, чувствуя себя в объятиях любви. Постепенно возвращайся в реальность, зная, что ты открыта для всех благ, что тебе предназначены. С тобой теперь все в порядке. Ты любима, ты гармонична, у тебя есть поддержка, для тебя открыты все двери. Теперь тебе гораздо легче жить, творить и наслаждаться процессом. Ты словно впервые за очень долгое время стала дышать полной грудью. Постепенно возвращайся в реальность, ощущая тепло и свет в своем сердце. Теперь ты готова открыть глаза, зная, что твое сердце открыто, полное любви и света. С этим открытым сердцем и гармонизированным центром ты сможешь привлекать к себе все самое лучшее в этом мире. А с тобой была Алекса Оник на канале «Мастер закона притяжения». Пиши в комментариях под этим видео, какие результаты ты получила после 21 дня этой прекрасной медитации. Удачи тебе! Напиши в комментариях, понравилась ли тебе эта медитация и как ты себя будешь чувствовать после нее через неделю регулярных практик. Твое сердце уже начало излучать энергию любви, и скоро нужные люди и классные мужчины будут притягиваться в твою жизнь. А если ты хочешь стать просто мастером энергопрактик на влюбление мужчин,
и привлечь счастливые отношения именно с тем мужчиной, который тебе будет подходить идеально, приглашаю тебя на мой любовный марафон, который пройдет уже совсем скоро. Это будут 3 дня мощных энергопрактик на привлечение счастливых отношений или возврат бывшего мужчины. Сильнейшие энергопрактики, которые зарекомендовали себя результатами моих учениц. За 3 дня марафона я научу тебя, как стать любимой и желанной, без магии, угроз и шантажа. Тебя ждет погружение в новую реальность, в ней не будет ссоры, скандалов с любимым. Вместо этого любовь, комплименты, приятные сюрпризы и подарки. Да, это все реально. Даже если сейчас считаешь, что у тебя совсем нет шансов встретить мужчину своей мечты, подозреваешь, что он тебе изменяет, рыдаешь, а он не отвечает на звонки, запуталась и не понимаешь, как вернуть в свою жизнь любовь. Марафон все изменит. Ты получишь отношения, о которых мечтала. Цена на марафон абсолютно демократичная, ведь я хочу, чтобы как можно больше женщин стали счастливыми с любимым мужчиной. Вход только по приглашению для тех, кто внесет себя в предзапись по ссылке под этим видео или в правом углу этого видео. Ссылка также будет в закрепленных комментариях. Скорее регистрируйся на этот 3-дневный марафон, и уже в этом году ты выйдешь замуж за любимого мужчину.